Продолжая череду культурных мероприятий, 22 апреля во Дворце культуры города Заволжья прошел очередной концерт вокального ансамбля «Унисон» под руководством талантливого человека Ирины Воробьевой. Ребята из «Унисона» поделились с заволжанами своим творчеством, любимыми хитами прошлых лет и совершенно новыми композициями. Концерт длился около 2 часов, но для зрителей время летело незаметно. Таким насыщенным, ярким и запоминающимся оказалось представление. Не изменяя традиции, ребята пели вживую. Мурашки по телу, восхитительно. Такие эмоции от концерта у благодарных зрителей. Знаю, что все вместе мы народ, и счастье мое летит, и радость моя мое. Это все мое родное, это где-то в глубине, это самое святое. Для унисоновцев нет ничего невозможного. Они поют все, начиная от детских песен и заканчивая сложными джазовыми композициями. И живут участники коллектива интересной жизни вот уже почти 20 лет. За это время была дана не одна сотня концертов. Коллектив «Унисона» постоянно принимает участие в различных конкурсах – районных, областных, всероссийских и международных. При этом вокальный коллектив никогда не изменяет своим главным принципам – чувству стиля, хорошему вкусу и интеллигентности. И все это благодаря руководителю Ирине Сергеевне Воробьевой. Телеканал «Заволжье ТВ» желает народному вокальному коллективу «Унисон» успехов, творческого вдохновения и, конечно же, новых концертов.